জীবামীষেকিত সৌহৃদার্থা জনেষু দেহান্তরবাতিকেষু গেহেষু জয়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যবদার্থাশ্চ লোকে জীবামীষেকিত সৌহৃদার্থা জনেষু দেহান্তরবাতিকেষু গেহেষু জয়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যবদার্থাশ্চ লোকে। গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শিশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর Гурчипати Шишила Бхактисиданта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад сказал, что до тех пор, пока мы не предадимся полностью нашему Гурупад Падмету, до тех пор мы не сможем начать баджан. Мы не сможем начать Харибаджан. Мы не сможем начать Харибаджан до тех пор, пока мы не предались полностью лотосным стопам Верховного Господа. До этого момента Харибаджан не может начаться. Шрила Сачитананда Бхактивинода Такура сказал, что любая духовная организация, которая организована какими-то материальными людьми, пребывающими в Раджа или Тамагуне, и вот Шрила Бхактивинода Такура говорит, что духовная организация, которая основана такими материалистами, пребывающими в Раджа и Тамагуне, и вот и ожидать от таких людей нельзя, ожидать идеализма и то, что они будут проповедовать этот идеализм. Никакой идеализм не может проповедоваться такими материалистами, не только это, а также их такими скверными действиями посторонние люди могут выражать свое пренебрежение такими людьми, и поэтому любая духовная организация, которая основана материальными людьми и теми, кто пребывают в Раджа и Тамагуне, мы не можем ожидать идеальной проповеди и идеального учения таких людей. Это невозможно. И вот суть в том, можно вспомнить, в прошлый день я говорил, что до тех пор, пока вы не привлечетесь трансцендентным камадевам, будьте уверены, что очень скоро майя, она сбросит вас в океан страданий, и такой материальный камадев, он одолеет вас. И вот пока мы не предадимся лотосным стопам Верховного Господа и чистых вайшнавов, то невозможно начать баджан. И вот в прошлый раз Махараджа говорил о четвершванах, в этих четырех кумарах, что перед Брамой Бхагаван Шри Кришна говорит: যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষু উচ্চাবশিষ্যু অনুপ্রবেশান্ন ভূষ্টানি তত ন তথা তেষু ন তেষু অহম এতাবদেব জিজ্ঞাসাম তত্ত্ব জিজ্ঞাসনাত্মনঃ অন্নয়বেতি জিজ্ঞাভ্যাম যৎ সত সর্বত সব এতত মতম সমাতিষ্ঠ পরমেন সমাধিন ভবান কল্প বিকল্পেষু ন ভবেযদি কৈছি ভবান কল্প
И вот здесь Кришна говорит, что он сказал Брахме в этих шлоках такие слова, что если ты сможешь принять все мои советы, и этот татва-вигьян, что если ты будешь жить очень умиротворенно просто, у тебя не будет склонности к наслаждению, то в этом случае meditation. Dheyo means the object I am going to meditate. Dhyan dheyo. Follow. An uninterrupted dhyan. Meditation is called samadhi. И вот и такая непрерывная медитация, нахождение в такой непрерывной медитации называется самадхи. И никакие посторонние вещи, если не касаются нас, и единственный объект нашей медитации, наш Иштавасту. Адвайгьян-таттва — это одна единая таттва. In that case, и в этом случае что случается? Те советы, которые я даю. Not samadhi. Parameno samadhina. Bhavan, meaning you. Bhavan is actually honorable. Tatra bhavan, atra bhavan. Bhavan we see very honorable. Вот слово «бхаван» здесь используется, это буквально значит кто-то почитаемый, уважаемый. И вот в этой кальпе или в следующей. It is my blessing. И мое благословение в том, что ты не будешь чувствовать никаких беспокойств, поскольку твое служение очень опасно, это творение, служение в Раджагуне. И по указанию Верховного Господа Брахма совершает его. И что я хочу сказать, то что без милости Гуру Вайшнавов и Бхагавана мы не можем совершать совершенный харибаджан, идеальный харибаджан. Prabhutyam avivekita, jovanam, young age, blood is very hot. Jovanam, dhanasampatti, prabhutyam avivekita, prabhutyam means master seed. I like to get control over you, everybody can worship me. That is called actually very dangerous. Many times Prabhupada used to speak when I am going to get control over. И вот когда Шрила Прабхупад говорит, что когда я когда у нас есть желание контролировать общество, то это одно из главных препятствий на нашем пути. Это один из видов йошит-санги. Kamini Yoshit, Kanchan Yoshit, Pratishtha Yoshit, it is also Yoshit. Na tathasu bhavet bandho, na tathasu bhavet bandho, bandhascha anna prasangata, Yoshit sangyad yat jatha punso, tatha tatsangi sangata, isha dhima madhishlo. Na tathasu bhavet bandho, that much, you know, tight position you cannot be in. You can never be in such a tight position.
You cannot be in such a tight position if you are not going to do Yasisanga. И вот если мы не будем совершать Йоши-сангу, то тогда мы не попадем в такое обусловленное состояние. И какое же это, какая же обусловленность? Очень, очень сильная, самая сильная обусловленность, когда мы совершаем Йоши-сангу. Те, кто стремятся к Йоши-цанге, и те, кто общаются с теми, кто стремится к этой Йоши-цанге, то есть опасны те, кто сами совершает Йоши-цангу, и те, кто общаются с теми людьми, которые стремятся к этой Йоши-цанге. Их общение, оно тоже опасно. No rationality is, you cannot understand. You cannot think, you know, what to do, what not to do. You cannot take decision. You cannot take decision, Prabhuttam Abhivekita, because there is no, you know, judgment inside you. Abhivek, loss of consciousness, loss of memory. All can put you in the ocean of misery. So before doing Hari Bhajan, и вот перед тем, как начинать Хари Бхаджан, мы должны быть очень осторожны. Jovanam, yoga is very dangerous. In that case, if молодой возраст очень опасен, поскольку кровь горячая в этом возрасте, люди стремятся к каким-то наслаждениям постоянно. Богатство тоже опасно. Кунти Деви говорит, единственные те, кто акинчаны, они могут совершать настоящий Хари Бхаджан. Только те, кто акинчаны, нишкинчаны. Нишкинчан значит, их единственное сокровище – это Кришна. В их жизни единственное сокровище – Шри Кришна. Они зовутся акинчаны, а все другое, которое связано, если мы можем связать всех и все в Кришна, с Кришна Бхаджаном, то в этом нет никакой проблемы. Это секрет Кришна Бхаджана. Почему наша Гуруварга так возвышена? Поскольку у них есть такая техника, как связать все и всех с Кришна Бхаджаном. Даже какой-то опасный, плохой человек, то Шрила Мадхава Госвами Махарадж и какие-то другие великие ачарьи, они были успешны, чтобы занять таких плохих людей в Кришна-севе, хотя они не знают, что они совершают Кришна-севу. Но все же у них есть такая техника, как занять их служение. И вот Юкта Вайрагья и все другие вещи мы должны понять сначала. И сегодня день явление ухода Шрилы Бхакти Кумуда Санта Госвами Махараджа, если мы будем обсуждать нашу Гуруваргу, их непрерывное служение. В тот день я говорил, что до тех пор, пока мы не разовьем непрерывное желание служения лотосным стопам,
Таттва-гьяна Пуруша, то мы не сможем избавиться от материального рабства. До тех пор, пока я не разовью непрерывное желание служения Таттва-гьяна Пуруша, то до тех пор я не смогу спастись. И вот Шрила Шанта Госвами Махарадж, его сегодня день ухода, он был удачлив, успешен. В том, чтобы дать нам пример, он был успешен в своем баджане, он нитья паршат, но все же он был успешным ачарьей, вот это я хочу сказать. Он был успешным ачарьей. И что это значит? Успешный ачарья значит тот, кто может вложить свой идеальный пример в других. Он зовется успешным ачарьей. Он тот, кто может вложить чувство севы, служения в сердца других. Что Гурупад Падма может сделать? Гурупад Падма может попытаться вложить свое настроение служения в наше сердце, и это будет его успех. И тут успешный ачарья тот, кто может дать вам вдохновение в Кришна-бхаджане. Тот, кто хочет следовать нашему Гурудеву, это значит, что если мы склонны к предались лотосным стопам нашего Гурудева, то такой Гурупад-падма он может вложить свое настроение служения в ваше сердце. И это будет наш успех, если мы сможем принять его, и тогда мы сможем сказать, что мы его ученик. Поскольку мы сможем служить непрерывно Гуру Вайшнавам. Его раньше звали Радхараман Прабу. Шрила Шанта Госвами Махарадж, его до принятия саньяси с Радхараманом звали в Миднапуре. Он родился в той области, происходил из семьи Замидара, землевладельца. Когда Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж и Бон Махарадж отправились туда на проповедь, то, слушая Харикатху, этот мальчик, он очень вдохновился. Его вся семья, дядя и прочие, они уже приняли прибежище у лотосных стоп Шрилы Прабхупады, и вот его дядя был в Читании Матхи, очень прекрасно пел киртаны. И в их доме Вигаха Радхарамана. И вот Махарадж очень, когда был еще в детском возрасте, то Бон Махарадж ищил Прабхупад Пури Госвами Махарадж. В то время он еще саньясу не принял, Пранавананда Прабу его звали. И вот они отправились туда, и этот Радхараман очень вдохновился и Харикатху, и киртаном, и Гурупад-падма. Бхакти Хридой Бондар Госвами Махарадж спросил его отца, что хотите ли отдать своего сына к нам в храм, чтобы он совершал Харибаджан. И отец сказал, что если хочет, пускай едет с вами. И тогда
Вот он с ними приехал в Дхаму, принял прибежище у Шрилы Прабхупады. Сначала он получил харинам и достаточно быстро, поскольку он был ниндзя Сиддха Паршадом, Шрила Прабхупад видел, что в его сердце. И вот он получил харинам, потом дикшу и совершал свой баджан с великим энтузиазмом. Как у Шрилы Бхактивиданты Мадхава Госвами Махараджа, Шрила Прабхупад говорил, что он подобен вулкану. И вот Радхараман Прабху тоже был очень энергичен всегда. И вот Шрила Прабхупад очень любил его и давал какое-то служение иногда. Время от времени он говорил, что вот, и те, кто Махарадж посылал его на проповедь с другими, с другими преданными, он в области Таиланда также проповедовал. Сиамдеш называлось в то время эта область. И вот, естественно, с самого детства он развил такое знание автоматически из-за слушания Харикатхи. И когда он начал слушать Харикатху от самого Шрилы Прабхупады, который был подобен огню, и Махарадж сказал мне однажды, что однажды Шрила Прабхупад дал наставление мне, то, что я должен говорить Харикатху, и он был очень, он колебался, и такова система была, что каждый из тех, кто живут в Гаудимиссии, в Гаудиматхе, то, что они должны говорить Харикатху, была такая система. И Шрила Прабхупад он распределял время, когда кто будет говорить. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он каждый день говорил Харикатху почти. И вот в тот день Шрила Шанта Госвами Махарадж говорит, что Шрила Прабхупад дал мне указание, что я должен говорить Харикатху. Я не знал, что говорить. И вечером я сидел на Вьясасане и молился лотосным стопам Шрилы Прабхупады, чтобы я мог что-то сказать. И смотрите, в том случае, и вот я почувствовал какую-то силу после того, как я вознес вандану, я начал Харикатху. И после того, как Харикатха кончилась, кто-то сказал, что Шрила Прабхупад слушал, был на балконе и слушал то, что я говорил. И Шанта Махарадж сказал, что я не смог осознать, что Шрила Прабхупад стоит и слушает. И вот Шрила Прабхупад сказал, что очень хорошо говоришь. И вот у него всегда было настроение служения, любое служение, которое было, он всегда его совершал. И однажды в Гаудия Патрике Шрила Прабхупад дал указание Радхараман Брамачари написать какую-то статью о Гуру Татве. Шрила Шанта Госвами Махарадж, он был очень таком малом возрасте, и он написал статью какую-то о Гуру Татве, и после этого эту статью отправили в Гаудимиссию, там не отредактировали, как проверили. Потом Шрила Прабхупаде это должно было попасть. Шрила Прабхупад в итоге проверял какие-то ошибки, несоответствия Сиддханте, и потом это опубликовалось. И вот там этот редактор был очень удивлен, видя, что он написал Дживиосу плохое, гуру Нитьядас. Actually changing the word of Chaitanya Charitamrita, the quotation.
from Chaitanya Guru, Jive Swarupaya Krishna Nitya Das. Вот он изменил слово из Читания Чайтамриты, там говорится Кришна Нитьядаса, он изменил на Гуру Нитьядаса. Шрила Прабхупада сказал Радхараман, хотя он достаточно мал, но это тоже правильно. Он написал совершенную сиддханту, вы должны опубликовать, и это было опубликовано. И после того, как Шрила Прабхупада ушел, и вот сейчас мы думаем то, что мы будем слушать какую-то прекрасную философию, то это называется Харикатхой, но всю жизнь мы видели, Шрила Шантагасай Махарадж говорил очень жесткие вещи. Шрила Шантагасай Махарадж, он всегда говорил очень такую жесткую сиддханту, всегда. И никогда не шел ни на какие компромиссы, ни с какими сахаджиями, ни с кем. Очень твердо стоял при своем. И вот из читания Чайтамриты мы можем найти одну шлоку. Вот это шлока о том, что речью и умом. Телом, умом и речью мы не должны беспокоить кого-либо. But most of the people, those who are preaching, they are going to misuse this point. They are going to misuse this point. Kaimono bhakke kare udvegna deve with body speech of mind, body speech of mind, we should not give умом, речью и телом мы не должны причинять беспокойство кому-то и не должны прикрываться этой шлокой и переставать говорить об абсолютной истине. И вот мы не можем прикрываться этой шлокой, что тут говорится, что никого беспокоить не надо. Умом, речью или телом we should not take undue advantage of this sloka, and we cannot stop speaking all about the absolute truth. И мы не можем прекращать говорить об абсолютной истине абсолютным образом, это плохо. И поэтому Шрила Прабхупада, когда он уходил, он написал Антим Вани в последнее наставление. Когда он уходил из этого мира, то вот Шрила Прабхупада написал. Это Антивани, последнее наставление было опубликовано несколько раз впоследствии, и вот первое наставление. И вот в то время Шрила Прабхупада говорил для настоящего Харибаджана, чтобы занять вас всех в настоящем Харибаджане, я был вынужден как-то побеспокоить, надавить на вас. И вот, чтобы занять вас в настоящем Харибаджане, из-за этого много людей неправильно поняли меня. Большинство из людей неправильно поняли меня, и в какой-то день, если их удача позволит, они могут правильно понять меня. И если они развивают свое сознание день за днем, они поймут, сколько любви я имею к ним. И поэтому я был вынужден как-то беспокоить их и говорить об абсолютной истине абсолютным образом. И как-то беспокоил их только для того, чтобы занять их в настоящем Харибаджане. Actually, Prabhupada speaking,
На самом деле Шрила Прабхупад говорил, что если мы хотим говорить об абсолютной истине, и если мы заинтересованы говорить в абсолютной истине, но у нас есть какое-то неправильное настроение, и мы хотим обрести популярность, славу. И это слава, популярность, если мы хотим наслаждаться ею. И в то же самое время, если мы хотим проповедовать, это не может быть одновременно. Вы либо становитесь популярны, либо говорите об абсолютной истине. Если вы будете говорить об абсолютной истине, то, несомненно, никакой популярности у вас не будет. Одновременно нельзя это делать. И Шрила Прабхупад говорит, до тех пор, пока вы не предались лотосным стопам Садгуру и Бхагавана, у вас нет права говорить об абсолютной истине, вы не сможете получить вдохновение, силу, чтобы говорить об этой абсолютной истине. Мы должны будем как-то избежать этого. И вот сейчас техника проповеди такова, что многие подавляют абсолютную истину, и чем больше у таких людей успех в подавлении абсолютной истины, и тем больше популярности они получают, и получают такую популярность. А если внимательно посмотреть, то видно, что такие люди не говорят об абсолютной истине, либо говорят очень искаженно. Шрила Прабхупад и Шрила Кешава Госвами Махарадж, они говорят, что полуправда — это не истина. И если мы это делаем, говорим какую-то полуистину, то мы будем наказаны. И вот наша Гуру-варга, те, кто проповедует очень широко, это их обязанность говорить об абсолютной истине, это наставление Шрилы Прабхупады. Его посланники, они, Шрила Прабхупад говорит, что вы должны говорить о милости Шри Чайтаньи Махапрабху и не идти ни с кем на компромисс. А некоторые пытаются прикрыться этой шлокой и доказать, что великие вайшнавы очень мягкие, очень такие лестные. Но Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шрила Мадхава Госвами Махарадж и другие махаджаны, они никогда не шли на компромисс ни с какой сахаджи, поскольку у них была огромная любовь к нам. И Шрила Шанта Госвами Махарадж, я слышал от старших преданных, что Шрила Шанта Госвами Махарадж, он даже бил деревянным этим сандалем каких-то преданных. И этой палкой тоже, если они что-то делали не то. Сейчас очень редко можно надеяться услышать такую харикатху об абсолютной истине, и так или иначе после Шрилы Прабхупады, после того, как он ушел, какие-то беспокойства начались в Гауде Матхе, но мы не должны пользоваться этим. И Шрила Кешава Госвами Махарадж был в тюрьме, его по ложному обвинению посадили, и прочие опасности были. В то время Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, его тоже выгнали из Матха. Да, ему не было никакого места, где он мог бы жить, но по милости Господа все организовалось. И вот Радхараман Брахмачари был тоже мал в то время, и он
делать было нечего, вернулся домой, чтобы спастись от такой плачевной ситуации. И после этого опять он вдохновился вернуться назад, и тогда Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, Джаджаван Госвами Махарадж, они собрались и решили открыть матх. Первый матх. И вот в Миднапуре они собрались открыть матх, там был дом одного замендара пустой, там жило привидение какое-то, и поэтому никто на него не претендовал. Они хотели купить его или принять в качестве пожертвования, а тот замендар, владелец дома, очень вдохновлен был и отдал ее бесплатно, поскольку там привидение жило, и оно ему не нужно было. И вот они очистили этот дом и начали совершать харикиртан, харикатху. И даже когда они начали харикатху и киртан, и то и сверху упал какой-то большой камень на Вьясасану и разбил ее. Это привидение скинуло. И такая ситуация была в том доме, но они, наши гурвага, они очень могущественные. Они начали совершать санкиртан, говорить харикатху, и в общем, это привидение тут, оттуда ушло, это Шьямананда Годимах называется, то место, это находится в Миднапуре, и вот Шьямананда Прабху, он был там. Рардеш называется, это Бирбум, это область. Шинивасачари там проповедовал. А с другой стороны Бенгала, Манипур, Трипура и Бенгал и прочее, там, где сейчас восточный Бенгал, Бангладеш, то в этой области проповедовал Нарутам Такур. И вот они начали говорить о милости Шри Чайтанья Махапрабху. И вот они начали с Шьямананда Гауди Матха вместе. И тем временем, вы знаете, Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж был очень могуществен в Хайгри Брахмачари. Его звали в то время, он уже организовал читание Гауди Матха. Шрила Бхакти Кумар Санта Госвами, он тоже в Кешари хотел открыть другой матх. И в то время не было места, где можно было где-то организовать матху. И вот какой-то человек там в Виднапуре хотел дать какую-то землю, но попросил, что вам нужно тут соврать в суде. Если соврете, я вам пожертвую огромный кусок земли для храма. Всего лишь надо там немножко соврать перед судьей в суде. И Шрила Шанта Госвами Махарадж сказал, не нужна мне ваша земля. Поскольку я не буду говорить лжи, если это желание Чайтанья Махапрабху, тогда я смогу организовать матх здесь, а если нет, то и не нужно. И вот тем временем в Кешари кто-то ему пожертвовал кусок земли. И он начал широко проповедовать там, как наш Свами Махарадж, он проповедовал обычным людям, и такая проповедь очень редка. И Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж, он смог так проповедовать, чтобы изменить их жизни.
Сила Шанта Госвами Махарадж, его киртаны, они были настолько прекрасны, что собирались тысячи людей и слушали только через киртаны ему. Даже не нужно было говорить харикатху, его киртаны были настолько вдохновляющие, настолько прекрасны, что многие люди привлекались им, и вот очень скоро, особенно в этом Миднапуре, он достиг большого успеха в проповеди, и много людей были привлечены его чистотой, его могуществом, и он начал давать посвящение. И после этого он в Каракпуре открыл другой мадх. Это такой областный центр, недалеко от железной дороги. И вот там рядом с государственной больницей этот мадх. Махарадж там был пару лет назад. Так иначе он начал говорить харикатху таким образом, и не только это было наставление Шрилы Бхакти Виласа Тирти Госвами Махараджа Кунджуда. И он сказал, что ему нужно приезжать к нему, если он зовет. И Кешав Махарадж согласился, а второе, нужно будет организовать парикраму. Навадвипдхам парикраму нужно будет организовать, он тоже согласился. И третье наставление было, что первого своего ученика нужно будет отдать для служения в читании матхи. Чтобы он всю жизнь мог служить читанию матху. И вот его, этот первый ученик, его это, сейчас его зовут Кануприя Баба, он живет в читании матхи, ему уже там лет сколько, под 90 где-то. И вот Махараджа часто приглашают в эти матхи Шрилы Бхакти Кумуд, Санта Госвами Махараджа. So he is the first disciple of Śrīla Śānta Gosvāmī Mahārāja. И вот он первый ученик. He is now around 97-98, I think so, or more than that. Ну, даже больше, около 98 лет этому Канупри Дас Бабаджи Махараджа. And he was, you know, from the very beginning. И вот он с самого начала этот преданный, а он практически. Он такого возраста, на год младше Шанты Госвами Махараджа, и до сих пор он служит. Чайтанья Матхи живет в Бхакти Виджая Бхавани. И вот эти три наставления он исполнил. И также с Шилой Бхакти Дайта Госвами Махараджем он тоже проповедовал, они вместе проповедовали в различных местах. И во время Навадвипдхам парикрамы особый случай, что Шрила Шанта Госвами Махарадж и другие старшие преданные, они совершали киртан и вели парикраму. И вот парикрама, если мы совершаем Дхамма парикраму, мы должны совершать Дхамма парикраму под руководством чистых вайшнавов. Если вы совершаете сами Дхамма парикраму,
или вы следуете какой-то обусловленной душе, или полуобусловленной, или даже если на 10% обусловленной, то в этом случае ваша парикрама несовершенна. Парикраму мы должны совершать под руководством чистых гуру и вайшнавов, которые могут показать нам дхамма-татву. Как Нитянанда Прабху, он вел Джива Госвами под и таким образом Шанта Госвами Махарадж, он вел этих преданных, и они ходили там и тут, слушали харикатху и киртан. И также иногда Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж звал его, особенно во время Радха-ятры. Бхакти Прамодпури Госвами Махарадж, Шанта Госвами Махарадж, они вместе совершали киртан. Если я покажу вам картинку этого, это очень великолепно. Как это было возможно в то время, и вот они все шли, совершали парикраму Гундича, Гундича парикрама, Гундича мандир парикрама, Гундича мандир марджана, парикрама этого храма Нарисимха Дева, они совершали, и не только это, часы, за часами они не только мыли этот храм, и между этим они еще совершали прекрасный киртан. И вот все люди были очень вдохновлены, и перед Радха-ятрой особо царь Джаганатха Пури, он дал им особую возможность Гаудия Вайшнавам. И вот это, ну, то, что они перед Радха-ятрой могли совершать киртан, и даже сейчас царь Джаганатха Пури, он имеет огромное уважение к Бхарати Махараджу и прочим Гауди Вайшнавам. Бхарати Махарадж иногда лично приглашал Гаджапати. Наоборот, этот Гаджапати, царь Арисы, приглашал Бхарати Махараджа к себе домой. Он знал его достаточно давно. И вот вот те преданные, которые совершали киртаны с Махараджем, они никогда не уставали. Кришнадас Бабаджи Махарадж иногда участвовал в этих киртанах, и вот смотрите. So Behala Mat also started. И потом он открыл мат в Бехале, это в Калькутте, район Калькутты. И он был очень нейтральной личностью. Особенно Шрила Шанта Госвами Махараджа в том, что он был очень нейтрален. Если кто-то давал ему пожертвования, там 10 тысяч или 50 тысяч рупий. Это не значило, что он будет потом вас прославлять. Махарадж был настолько нейтрален, что я вынужден говорить об этом, что вот, какова обязанность сабхапати, какова настояние, то есть во время сабхи какой-то, во время собрания харикатхи, этого председателя собрания, какова обязанность? И главная обязанность такого президента вайшнавского собрания организовать все так, чтобы аудитория получила наибольшее благо. И вот главная обязанность этого
Сабхапати, председателя собрания, в том, чтобы организовать высшее благо для тех, кто пришли слушать Харикатху. То есть он не должен сделать так, чтобы позволить высказаться каким-то гостям, присутствующим, родственникам и прочим людям. И вот как раз, когда был Сабхапати был на Вьясасане, и вот я последний раз он был здесь в 96-м году. Во время явления Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. И вот он был с Сабхапати на этом собрании. И вот сначала все преданные пошли поклониться Гуру Махараджи. Гуру Махарадж плакал и сказал, что все вайшнавы, вы пришли ко мне, я должен был пойти вниз, чтобы получить вашу милость, но я болен, я не могу пойти вниз к вам, это в этом моя неудача. И вот все они выразили свое почтение ему. И вот мы видели, как он вел это собрание Харикатхи. Сейчас ничего похожего, к сожалению, мы не находим. Вот он был на Вьясасане как Сабхапати и какой-то Махарадж говорил, то давай, если кому-то давали 15 минут на его лекцию, то а если какой-то попытался вайшнав с прекрасно, если он говорил достойную Харикатху и в эти 15 минут не укладывался, то Шанта Махарадж, он позволял ему говорить дальше и не останавливал. А сейчас, если 10 или 5 минут, то независимо от того, говорит кто какую-то ересь или настоящую Харикатху, то если 5 минут вышло, то останавливают, независимо от того, что говорят и какую мысль хотят донести. И вот сейчас, к сожалению, такого же идеальной ситуации нету, как, которая была во времена Шрилы Шанты Госвами Махараджа. И я очень удивлен. Шрила Шанта Госвами Махарадж, он перед тем, как являть Силилу болезни, написал письмо Бабаджи Махараджу. Бабаджи Махарадж в то время был на Сурьякунде, он написал письмо Махараджу, что не может совершать Гуру Севу, что делать в дальнейшем, он просил совета, что нет возможности совершать Гуру Севу совершенным образом и вынужден жить на Сурьякунде, чтобы избежать всяких конфликтов. Вот Шрила Шанта Госвами Махарадж ответил на это письмо, большое письмо написал, и это письмо я до сих пор храню. Оно напечатано было в каком-то журнале также. И вот в то время он написал в ответ на мои просьбы, он сказал, что Бабаджи Махараджу нужно совершать сампрадайк севу, и что он очень счастлив, видя, что у вас такое настроение служения. Он дал много наставлений, что нужно делать, но впоследствии я был очень удивлен, видя, что у меня ничего не было, что я без копейки сидел на Сурьякунде, совершал баджан, просил подаяния в доме браманов, но впоследствии я увидел, что все, что он предсказал, все это исполнилось. И вот по милости Махараджа это было возможно для меня начать
это publication всего, публикование книг, и по милости его это стало возможно. И то, что он предсказал так давно, это вскоре все полностью исполнилось. Вот, когда я был в молодом возрасте, в то время, когда я был редактором этого журнала, поскольку Бабаджи Махарадж был еще такой, в достаточно молодом возрасте, он не знал, что делать, кто-то слал какую-то харикатху, какие-то лекции на проверку. Махарадж их проверял. Переводил, если надо, и вот какие-то старшие преданные, когда отдавали это на проверку, и предупреждали, чтобы там ни слова не менял. Но я, конечно, Махарадж, конечно, это все соглашался, но такое частенько бывало, что там какая-то апасиданта и сиданта верот. И в этом случае Бабаджи Махарадж, когда увидел какую-то вот апасиданту в этих статьях, он шел к Шанти Госвами Махараджу и говорил, что вот прислали тут статью на публикацию, но тут сомнение, что вот я вам прочитаю два варианта, как вы прислали, исправленные, и вы скажите, что делать. И вот Махарадж читал их писанину, и Шанта Махарадж говорил, что неправильно, здесь неправильно, там неправильно, исправляй. И вот он соглашался со всеми исправлениями Бабаджи Махараджи. Вот Бабаджи Махарадж вот вынужден был и так с помощью Шанты Госвами Махараджа и его имени исправлять многие статьи, которые присылали на публикацию, но они были очень далеки от совершенства. И вот таким образом Махарадж был вынужден принимать помощь Шанты Госвами Махараджа, был успешен в этом. И когда я печатал эти журналы, то многие возмущались, что там все переписали. А Бабаджи Махарадж говорит, что это не он поменял, а Шанта Госвами Махарадж. И тогда такие люди, они не могли ничего возразить. Many times some senior foreign devotees they used to take и много раз какие-то преданные звали меня как Ришикеш Махарадж какой-то с Америки. Он открыл в Малайзии какой-то мат. И вот какие-то преданные звали его, и чтобы Бабаджи Махарадж отвез их в Шили Шанти Госвами Махараджа, и он Бабаджи Махарадж ехал с ними в Шили Шанти Госвами Махараджа, они приезжали, кланялись, и вот что-то обсудить приехали. И таким образом Махарадж говорил всегда очень прямо. Он всегда говорил о том, что сказал, говорил Шрила Прабхупада и Шрила Бхактивинода Тхакура все время. И таким образом он проповедовал. И даже сейчас, если куда-то пойти в Миднапуре, то везде можно найти имя Шрилы Шанти Госвами Махараджа, насколько он был могуществен. Он говорил харикатху прекрасным образом, он имел огромную любовь к нам. Мы знаем много раз, мы видели, что Махарадж invite Santu Goswami Maharaj, it's okay.
After that, when from here my Guru Maharaj sent me to with car to take Santu Goswami Maharaj and bring here in Mayapur. И вот однажды Бабаджи Махараджа Шилапури Госвами Махарадж послал в Калькутту, чтобы он привез Шилу Шанти Госвами Махараджа в Майяпур и Махарадж. Там маленькая машина была, но Махарадж... Не только сам поехал, но еще каких-то преданных с собой взял, что вам ехать, и вам. А потом выяснилось, что Махараджу места в машине не осталось. Ну, пришлось как-то потесниться, поюдиться в машине, чтобы доехать. И вот в последний раз он приезжал сюда, в Мадхурадвипы. Там такое место, что его три раза Ганга сносила. Там иногда наводнение бывает, течение меняется и все сносит. И вот этот храм три раза уже отстроили. И вот Шрила Шанти Госвами Махарадж, он был в том месте, на Рудрадвипе, говорил Харикатху. И вот у Бабджи Махараджа было служение махивать его апахалом. Вентилятора там не было, поэтому так нужно было делать. И вот Харикатха было очень прекрасно, очень так. Махарадж иногда говорил какие-то такие жесткие слова. И нечто особое, гуру и шишья, какова любовь может быть между гурдевом и учеником, и это мы можем прочувствовать в жизни Шрилы Шанти Госвами Махараджа, один из его учеников из Каракпура, Сагар Махарадж его звали, он из Каракпура, из главного матха. И когда Сагар Махарадж, он был очень предан Шрилы Шанти Госвами Махараджу, у них были такие очень близкие отношения, и Шрила Шанти Госвами Махарадж, он верил ему на 100%, и однажды Шрила Шанти Госвами Махарадж получил письмо от него, что его здоровье плохо, идет в больницу на операцию, думаю, что уже не вернется. И поэтому я хочу сказать вам, что денег в Мадхи, вот в банке столько, собственности такая-то, деньги лежат вот там, там и там. И ни копейки он для себя не оставил, этот Сагар Махарадж. И когда Шанта Махарадж читал это письмо, он говорит, что Гурудев, вот я могу с больницы не вернуться, и он начал плакать, когда читал эти строки. И вот когда он перечислял все, что где лежит, то, что он боялся из-за такого плохого здоровья, может там помереть в больнице. Шанта Махарадж начал плакать, подобно ребенку. И действительно, после операции, как ему сделали, она не была успешна, и Махарадж оставил тело. И когда Шрила Шанти Госвами Махарадж узнал об этом, он был очень опечален. Он начал плакать, подобно ребенку. И говорить... И вот Махарадж говорил, что в моей жизни есть один ученик только, не только это
А вот Махарадж, когда в Калькутте бывает, он посещает Махараджа, и когда он являл лилу болезни, и там я видел, когда кланялся Махараджу, фотографию Сагара Махараджа в его комнате. То есть в комнате Шрилы Шакти Махараджа была фотография Радха Махана, Гурварги, фотографии и этого ученика Сагара Махараджа. И каждое утро, когда Шанта Махарадж просыпался, он видел, смотрел на вот, фотографию своего ученика. Смотрите, насколько дорог он его был. До последнего момента мы видели, что фотография Сагара Махараджа, она была там, у него в комнате. И вот какую огромную любовь Гурудев может иметь к ученику, и это подтверждение этому. И мы не должны использовать славу Гурудева в своих корыстных целях. Можно наблюдать много. Такое очень часто, как Шрила Пури Госвами Махарадж, все знают его имя, и некоторые представляются как ученики Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа и говорят, что им поклоняться надо, пожертвования давать и прочее. Сейчас такая плачевная ситуация, мы никогда не сможем стать нейтральными. Если мы будем стремиться к каким-то материальным благам. И вот сегодня я хотел много вещей сказать, но времени мало, и сегодня я хочу вознести свою молитву его лотосным стопам, чтобы получить его милость, и я смог продвигаться в моем харибаджане, чтобы никакого лицемерия не было в моем сердце, чтобы я мог говорить об абсолютной истине, и чтобы Шрила Бхакти Кумуд Шанта Госвами Махарадж, Шрила Сагара Махарадж, Сагара Махарадж, вот ученик Шрилы Прабхупады, Бхакти Нилой Гири Махарадж, наверное, надо Бабаджи Махарадж, Шрила Бхакти Валабха Тирта Госвами Махарадж, Бхакти Вигьян Бхарати Махарадж, Шрила Шанта Госвами Махарадж, Кану Прия Баба, кто нет? Бон Баба. Мой Гуру Махарадж, они все дали наставление мне, чтобы я был занят в Ванисаве и говорил Харикатху, и я никогда не хотел пользоваться Харикатхой в каких-то посторонних целях. Это все, я говорю все, что слышал от моей Гурварги, и я молюсь их лотосным стопам сегодня, в день ухода Шрилы Шанта Госвами Махараджа. Я не смог служить им должным образом, и, видимо, такое настроение, они ушли в духовный мир, и я молюсь о том, чтобы получить их милость, стать достойным. Бхарати Махарадж много общался к Шриле Шанта Госвами Махараджа больше, чем я. Долгое время жил рядом где-то. И вот вопрос, как обрести любовь в нашем сердце, открыть, обнаружить любовь, которая уже есть. И вот сознание есть у нас, но оно покрыто. Дживатма значит... Это чит-частичка. Чит значит то, что у них есть вечное существование. Чит значит должно быть. Это естественно, но оно покрыто майей. Я могу обсудить этот... эту тему
И вот какая-то дживатма исходит из Санкаршана. Я могу обсудить это даже в Галоке и на Вайкунтхе также. Из Мул Санкаршана, Баладев, и они вечно готовы служить Кришне, а не Нитья-мукта. И другая группа, которая в Вайкунтха-джагате, они тоже из Санкаршана произошли, чтобы совершать 10 видов различного служения. Шрила Бхактивинода-такур Чайтанья Шикшамрита говорит, что они все служат различными способами. И вот один пример я в следующий день могу привести, как наша пищеварительная система, и согласно нашим потребностям, какие-то все эти секреты, ферменты вырабатывают, чтобы переварить какую-то определенную пищу. И вот все эти секреты, энзимы и ферменты, они помогают нам переварить определенный вид пищи. Какие-то сладко помогают переваривать, какие-то какое-то острое, масляное и прочее. Язык, он настолько, можно много узнать от языка, много от языка. Парамахамса, они получают уроки от всех, даже от собаки. Собака, например, очень предана и довольна любым количеством еды. Сегодня одно чапати, собака довольна и спит без всяких беспокойств. И всегда готова служить своему господину. Это такая преданность с качества собаки. И эта собака спит подобно саду. Какой-то звук, если она моментально просыпается, и мы должны принять такой пример от собаки. Когда я служил Гуру Махараджу, я тоже спал как собака на каком-то мешке от картошки из джута. И вот бабушка моя спал рядом с Гурудевом, чтобы если что-то нужно, сразу проснуться и помочь. Однажды Шрила Вамана Махарадж, он его собак служил ему так, спал, и Махарадж не хотел беспокоить, и в итоге пошел в туалет, и там упал и сломал ребро себе. И вот что я хочу сказать. Следующий день я могу привести пример, что какие-то определенные энзимы и ферменты переваривают, помогают переваривать определенный вид пищи, жирный, сладкий и прочие. Вот у языка, что, чему можем научиться. Вот если готовим, ну, ну, смотрите, если мы готовим что-то, если руки у нас в масле оказались, то потом их надо с мылом отмыть, а язык, если в масле оказался, если мы поели какую-то масляную пищу, то масло на нем не остается, вне зависимости от того, насколько жирная была пища. И и зубы во рту, они подобны врагам языка, поскольку если какая-то ошибка, какая-то рассинхронизация, то эти зубы могут прикусить язык, и иногда очень больно, но все же этот язык не жалуется на зубы, почему они укусили его. И в то же самое время, когда мы какая-то зубная боль случается, и язык, он всегда касается таких больных зубов, которые болят, и спрашивает о их самочувствии.
И мы должны, такой язык, он подобен великому саду, и мы должны принять этот рух от него. И вот я могу привести пример, что обусловленные души в каком состоянии пребывают. Кто-то может возмущаться, что почему есть вечно освобожденные души, а кто-то обусловлен. Они все из Баларама исходят в той или иной степени. И от Махавишну другие дживатмы, тата-шакти, исходят, джива-шакти. Они тоже могут получить освобождение, когда они получают милость в Рупа-шакти, то они смогут обрести освобождение и быть занятыми в вечном служении. Майя настолько сильна, я не могу философски это объяснить. Мы должны быть очень осторожны, внимательны, осмотрительны. Круглосуточно всю жизнь мы должны быть очень осторожны. Мы должны вопрошать себя, совершаем ли мы какие-то ошибки. Или нет, мы должны быть всегда очень осторожны, и если у нас есть возможность обрести общение с Шрила Шанта Госвами Махараджем, Шрила Пури Госвами Махараджем, Саду Сангу, мы должны совершать Саду Сангу. Недостаток Саду Санги приводит весь мир в океан страданий. Я сидя на Вьясасане, говорю об этом. Если мы получим должное общение, то настоящее святое общение, то мы никогда не сможем забыть. Я никогда не забуду то общение, которое получил от Шрилы Шанты Госвами Махараджа или моего Гурудева Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. Никогда до последних дней своей жизни я не забуду их любовь, их заботу, их слова. Может, у меня нет никакого богатства, но это мое единственное сокровище. И я хочу вести себя по их пути. Если вы кто-то можете засомневаться, что можете посмотреть, кто живет рядом со мной, и они могут видеть, что я делаю, и это будет подобно тому, как Шрила Шанта Госвами Махараджа, он всегда ходит с палкой и направляет меня по нужному пути. Не думайте, что Гуру Варги нету с нами. Я чувствую, Гуру Варга всегда со мной. Я чувствую всегда, что Гуру Варга находится рядом со мной. Вчера какой-то пришел. Ну, какой-то человек на Бенгале какой-то сайт сделал. И вот он там слушает Бабаджи Мараджа Харикатху, и какой-то вопрос возник. И я сказал ему, что я не принимаю помощи ни от кого, если нет какого-то севака, например, я сам могу все сделать. Wash the rice and chow and put in the water, then again come. This way I have some technique. Follow. But when he comes, he want to help me. Maharaj, I can come. Oh, no, if you come, it's great headache for me. Махарадж говорит, что если сам все делать, можете готовить и баджан совершать параллельно, и все так синхронно идет и не мешает ничему. Если какой-то помощник появляется, то от такого помощника одни проблемы. И гораздо быстрее сделать все самостоятельно, чем и принимать помощь от каких-то помощников, с которыми становится дольше и сложнее запутаннее. И вот сейчас Бабджи Махараджа в Гошале на помощь переехал в Раджаваси один, родился в Равале, вот на месте явления в
в Радхаране. Там он в Гошале помогает за коровами ухаживать. И вот майя — это не такая большая проблема. Проблема в том, что мы концентрируемся на каких-то материальных вещах. И вот Шрила Прабхупада сказал, материальные люди могут говорить о материальных мирских вещах. Шрила Прабхупада сказал об этом. И вот он говорит, что материалисты будут говорить о мирских вещах, и нам не нужно уделять внимание их словам, но не нужно оскорблять их, можно выразить им почтение, но не нужно принимать никакой сиддханты, не следовать их поведению и прочему. Шрила Прабхупада говорит, можно выразить им почтение, их не нужно оскорблять, но внешне выразите почтение, а внутри следовать нужно Шри Шанти Госвами Махараджу и прочим великим вайшнавам. А с каким-то старшим материалистом, то просто выразить почтение, но следовать им не нужно. Шрила Прабхупада говорил, что мы не должны принимать такое поведение материалистов в своей жизни. Если мы идем куда-то, то в уме мы должны быть очень осторожны, общение в уме, оно очень важно физически, иногда мы не сможем обрести общение с такими вайшнавами, как Шанта Махарадж или Гуру Махарадж, они ушли из этого мира. Это физическое общение, Джива Госвами Пад говорит, но тоже важно, обусловленная душа не может только в уме общаться. Но для обычных людей физическое общение тоже очень важно, но где они его обретут? Они хотят слушать какую-то сладкую харикатху, очень такую сладкую, которая слаще меда. Некоторые люди могут так сладко говорить, очень популярны такие спикеры. Лекторы, но если попросить что-то их сказать о том, что сказал Шрила Прабхупада, то нужно видеть, что многие перестанут их слушать. И вот в мире есть разные виды людей, кто-то пытается как-то прогрессировать в духовной жизни, кто-то только пытается использовать выгоды какие-то получить. Кто-то носит тилаки, малые занимаются только сбором денег с населения. И так, единственная обязанность кто-то в одежде саньяси, брамачари, тоже стремятся к какому-то общению с женщинами и прочее. Склонности к наслаждению, но до тех пор, пока склонность к наслаждению в нас есть, не просто склонность к наслаждению, даже запах этой склонности к наслаждению, то мы не сможем начать Харибаджан. Вот это шлока произнесена Шукадевом Госвами Парикшит Махараджа. Он за пределами этого материального мира и материального представления о мире. Он чинмой, трансцендентен. Другое то, что, о чем я могу говорить, о том, что татро бхагавата дхармано шикшет гурватма дайватаха. Вот в следующий день Махарадж об этом будет говорить. Вы можете совершать баджан, если вы получите милость Садгуру. Вначале всего вы должны принять прибежище лотосных стоп Садгуру. Если вы не получите милость Садгуру, то в следующие тысячи жизней вы не сможете стать успешными. Мы должны принять прибежище у садгуру. Вначале всего, даже если есть мадхьямадхикари, совершенные мадхьямадхикари, это хорошо, не оставляйте Гурудева, но вы должны
принять помощь одного шикшагуру, чтобы дальше прогрессировать. Даже если Мадхья-Мадхикари Гуру, ну, не нужно его оставлять, если у вас не так много удачи было, и вы его приняли, то оставлять его не нужно.